Всем привет! Фигуристка Адели Петросян после победы на чемпионате России в Челябинске рассказала о личных итогах года. В целом, все было как обычно. Главное событие года, наверное, что получилось выиграть чемпионат России. А также выиграла и финал Гран-при, он тоже был в 2023 году. И тоже значит для меня многое. Переезд на новый каток тоже важное событие. Очень рада, намного больше стало теперь пространство для тренировок и места. Чего бы попросила у Деда Мороза, у меня все есть. Единственное, что я бы попросила, так это здоровье. Но это не от него зависит, сказала Аделя. Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла на чемпионате России. Она выиграла все турниры 2023 года. Лично я увидел, как Аделя начала чемпионат девочкой, подающей большие надежды, и закончила его настоящим спортивным чемпионом, которому в ближайшие 2 года бороться только со своим здоровьем и спортивными травмами. Больше конкуренток у нее нет. А вы что думаете по этому поводу? Всем удачи!